Здравствуйте, дорогие друзья! Я с вами, все еще мои репортажи из Кембриджа. Это уже последняя неделя, и в пятницу я собираюсь домой. Во всех моих репортажах есть такое слово, как «класснючая». И, может быть, не все знают, что они относятся к нашей любимой книжке, к нашему любимому продукту. «Моя класснючая девчонка» Марины Павленко. Это не просто книга, это книга... просто моя судьба, потому что пчеловодство – это дело моей жизни. Я мечтаю продать 1 000 000 аудиокниг по $1, получить 1 000 000 долларов и построить музей пчеловодства. Самый классный, самый прогрессивный, современный в Украине. Такая вот у меня есть мечта. И поэтому в этой книжке Марины Павленко мы изменили концовку. Это изначально была задумка нашего издательства. Не все умеют мечтать, не все верят в свои мечты. Иногда такое намечтают, как это такое может быть? В жизни может быть абсолютно все. Поэтому наша главная героиня, 14-летняя Юлька, у нее тоже появилась мечта. И для того, чтобы потом вот эти страхи не включились, есть целая вторая часть книги, это записки Юлькины, когда она встречается с реально существующими людьми, и они рассказывают о том, какие мечты у них были и как они воплотились. И это люди из разных сфер, из разных бизнесов, но за каждым из них стоит их счастливая история, их жизни, которая начиналась с мечты. Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, прочитайте эту книжку сами и прочитайте ее с ребенком. Не купите и заставляйте, прочти. Эта книга самая, что ни есть, натуральная, украинская. Люблю ее, обожаю. Следующий репортаж будет о том, как важно иметь опыт соприкосновения с природой. И это тоже в этой книге, потому что главная героиня из маленького городочка, а все приключения у нее происходят в селе у бабушки с дедушкой. Сколько всего этого было в моей жизни, и как сейчас это помогает мне, творческому человеку, реализовывать те проекты, которые в конечном итоге радуют вас. С вами была Лилия Пачкон, издательство YSB. Пожалуйста, покупайте нашу книжку «Моя класснющая девчонка». Кстати, ее тоже можно приобрести в аудиоварианте. Она записана голосом самой Марины Павленко. Люблю вас, обожаю вас. Счастливо творить продукты для вас. Пока!